Сегодня в 10 вечера в Барнауле перекроют нечетную сторону улицы Молодежной от дома номер 28 до проспекта Ленина. На этом участке будут ремонтировать тепловую сеть. Почему мы это делаем? Значит, тепловая сеть у нас в изношенном состоянии. Это сеть 70-го года ввода в эксплуатацию. Последний раз ремонт выполнялся на ней более 25 лет тому назад. И на этом участке у нас уже на сегодняшний день, вот за последние несколько лет, произошло 12 повреждений. Рабочие заменят 350 метров трубы диаметром 50 сантиметров. Энергетики просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с ограничениями в движении транспорта. Если эта сеть у нас выйдет из строя в отопительный сезон, то порядка 8 тысяч жителей города Барнаула попадут под отключение. То есть будет перерыв теплоснабжения. Это, во-первых. Во-вторых, очень трудно будет устранить, потому что сеть находится под проезжей части. Перекладывать трубы на проезжей части улицы Молодежной будут до 10 июня. На период проведения работ будет изменена схема движения автобуса 33Р. Его маршрут вместо Молодежной будет проходить через проспект Строителей. Данил Кузнецов, День с толком.